Во Владимирской области выбирают самую красивую деревню. Популярный конкурс «Самая красивая деревня» проходит уже 7-й год подряд. Его очень любят жители, и с каждым годом количество участников только увеличивается. В этом году на почетное звание и денежный приз претендуют рекордные 119 населенных пунктов. Победителя назовут в середине сентября, который получит около 200 тысяч рублей. Призовые средства потратят на благоустройство, которое жители деревень выберут сами. Так, в прошлом году победителем конкурса стал Клязьминский городок в Ковровском районе. Тогда на денежный приз жители обустроили новый красивый сквер с лавочками. Все будет хорошо.